Так, и вот, наконец-то мы приехали. Мы на кордоне двух районов, Володимирецкого и Сарницкого. Да. И сейчас мы Сергея Евгеновича попросим. Уже вибачайте, куми, что в очи светить. Да, светло, да. Але ж уже терпить, бо... Ну, світі, як і суфітів. От, що можна сказати? Нарешті ми стали на воду, ну, станемо на воду, принаймні. Да, як завжди, покажемо, да. Що от зі всім нашим да. Сьогодні... Так сталося, що цього року трошечки пізніше ми вийшли на воду. Ну, лучше поздно, чим ніколи. Да, да. Але ми маємо поставити жирну галочку. Показать, что Горинь судоходна навіть зимою. Да, и этот, как его, давай по плану, как всегда, план действий наш. Значит, что, мы зупинилися середини нічого, так, in the middle of the nowhere, кажуть. Тобто десь траса, там десь ліс невідомий, десь річка має бути теоретично. От, і йдемо сьогодні, просто наша задача закріпитися на березі річки, навіть не будемо човнів чіпати. От, і потім завтра вранці вже кажуть, підемо в сторону українсько-білоруського кордону. Ага. Продовжимо наш черговий етап. Як ви знаєте, минулого року ми закінчили якраз на цьому місці. От, там, де місяць світить, не знаю, чи буде видно місяченько. Росте. Да, от. І йдемо до села Бережниця, очевидно, наш план. Угу. От. Ну, думаю, що маршрут буде легкий, 33 кілометри. В принципі, я думаю, що за завтра ми практично основну частину пройдемо, а неділя буде чисто на те, щоб зібрати човен там і добратися додому. Ну, я добавлю від себе, в цьому відео ми покажемо, що таке цікаве. Як, коротше, я взяв спеціальний напильник, яким можна наточити дуже швидко топор. Ага. Ну, щоб було цікаво, ну, що там далі буде. Ну, і далі будуть ріки, костри. Ну і справжній челендж має бути мінусова температура. Мінус 6 градусів обіцяють вночі. Але, як казав Джером, папка Джером, якщо мати достатньо їсти і мати достатньо пити. Да, говорить, і горчиця. Да, є горчиця в нас. Все, все, до завтра, всім пока. Чинчик, говори. Так. Ти в кадрі. Ножик Опінель. Як тільки що купив його. Да. Ком продав. За 10 гривен. Французький поднялся. Ножик, да. Ну, этот ножик, я тебе сразу скажу, чего. Кули Гарсон. Ну, вообще, это культовый нож, это раз. Их уже не завозят в Украину, короче. Да. Не знаю почему. И он, короче, для Карпат, для сплавов. Дуже легенький. Легенький, да, и дуже гостренький. Ага. И вот сейчас Сергей Евгеньевич расскажет старый пиратский способ, чтобы ножик никогда не резал пальцы. Здесь я почув, да, немає у мене джерела. Сергій Павлович підказав, значить, щоб цей ножик не різав пальці власнику, ну чужі пальці, видно, він може різати, правильно? От, тому, хто його тримає. Значить, треба, як пірати десь, так, да. Придумали, не знаю, де вони знайшли, ну але спосіб перевірений на багатьох піратах. От, треба постругати гілочку, таким чином. Ну і так про себе подумати, щоб він... Ми кажемо, стругай гілку, а не пальці. Да. Чи якось так. Все, в принципі... Гілочка заточена, ножик готовий до використання. Ну, от зараз ми його і спитаємо. Рекомендую. Ну все, до завтра. До завтра. Спокійно, товариш, спокійно. Ну, наливай кум потрошки. У мене налито. А мені налей. То все время сам собі наливаю. А, хорошо. Біда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам. Ничего, схорони, у нас есть еще. В промытых ветрами глазах. Ночные у паперти северных гор качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Ну давай. Уже эти мало налыв. Нормально. Как раз как надо. Давай.
за теплу ніч. За спокійствие. Подожди, ты что? Рассветы, как прежде. Да нет, я просто зациклый верну. Песня о судьбе. Высотки? Да. Ну, я не взял ком, как он летел. А не надо. Всем привет. Вы думаете, что мы пираты такие добренькие? Пойдем к нашему Роджеру. Ну что, мы удачно перезимовали. Да, температура была минус 10. Да, я подтверждение того, что... Ага. Вот. Не видно ничего тут. Не видно, на солнце. Лед. Ну, видно вода, да и все. Ну, лед не видно. Да, не видно толь, да. Не видно. Ну ладно. Але він є. Ну, річка покрита вся льодом повністю. Да, я это вспоминаю песню. Между нами тает лед. Нас никто не найдет, короче. Но тема какая? Как наточить топор, ага, в походных условиях? Давай сюда на солнышко, тут будет больше. Лучше видно. Солнце закрыло, чуть в сторону. В чем прикол? Вот такой вот у меня волшебный напильник, но это не Стэнли. Стэнли тут ни при чем, это ручка от Стэнли. Ага, ясно. Причем очень бюджетный напильник. Ага. И этот напильник не продается... Надфилики такие получаются, как надфилек такие. Да, и этот напильник не продается в магазинах, там, где продаются напильники. Ага. Вот в чем секрет. А ну, что, не продается там, где мерседесы продаются? Я сейчас скажу. То есть мы всегда видео наше интересно тем, что оно оригинальное. То есть я взял обыкновенный напильник, подумаешь, что я возьму напильник. Эти напильники продаются там, где продаются бензопилы. Угу. Это типа, чтобы точить бензопилу, получается. Да, и да? Он предназначен для того, чтобы точить вот эти пилы. Что, знаешь, ага, дружба. Да, дружба, да. И там, короче, пиле шкаленный этот, ну, металл. Угу. Сама пила из твердого металла сделана. Соответственно, и напильник должен быть такой, который снимает этот металл. Ну, ясно. То есть я пробовал брать топор, точить с собой брусок. Ну, ага, ну да, такий класичний метод точення. Царапає, царапає этот топор, ну і нічого не происходит. Ага. Короче, показываю для этих, как его, для чайников. Угу. Щоб не порезать руки от топор, точим только от себя. Ага. Этим напильником. Видишь, как он сразу начинает блестеть. На солнце. Ну, видно. Стружку снимает. Через це сокира була і лопатою. Да, вчора ми її копали, да, затупили її однозначно. Ну да. Значить, сьогодні треба наточити її. О, вже далі зняли ось цю скользку штуку. Ага. Він вже почав... Точити, да, знімати метал. Да. Ну, потім можна брусочком його довести, да, ні? Ні, чим. Достатньо нам цього, так? Нам вже походний, нам вже не бритися їм там. Ага. От, і... Тепер з другої нього... сторони треба, так? Да? Чи він тебе з одної сторони тільки наточений? По поводу другої сторони. З другої сторони, тут неудобно, видите, отак от подати руку. Ну, так. Розвертати. На себя теж не тоже неудобно. Ну, ну, можно точить, конечно, но это только вытрата часу. Ага. Плюс, если топор очень острый, можете пораниться, то есть, ага, об эти лезвия, когда вы будете вот экспериментировать там со всякими. Ну-ну-ну. Поэтому мы выбрали технику безопасности, что рука никак не, ну, я не травмируется. С лезвием не стыкается, да. Да, точим только с одной стороны. Все, в принципе, для походу достаточно. Нам, да, досить, да. Нам он не столярный, там не какой-то там не для специфических работ. Нам выжигать ним не треба, да, и выпиливать лобзиком. Вот, это что касается топора. Вот.
Ну все, в принципе. Ну, а теперь все, я называю, я возьму камеру, а вы проведете нас к реке. Тут мы же иное видео маем снять. Давай сразу идем. Да, мы пошли. Чтобы пока камера работает. Пошли. Так сказать, здесь чтобы в режиме. Нон-стоп. Да. Мы хотим показать, что речка замерзла. Она реально замерзла. Я тебе пытаюсь не верить, поки не пустив туда котелок. Не пустить ее разбивать. Да, Сергей Евгеньевич, я представляю, какое будет ваше разочарование, когда мы сейчас придем, она растаяла. Ну, я сюда снимаю, снимаем, пока она еще замерзла, бо зараз розтане. Сонечко мне обещает, будет тепло. Вот, будем загорать. Плюс 5 градусов. Щука будет выбрасываться прямо на лед. На лед, да, я хочу, Ивановский дурака. Мы идем, и солнце так хорошо, что зараз будем на него облить. Облиться не будет видно. Може буде. О. Ну не знаю, буде видно, не буде. А я ти воду набирав. А я бачу з тої сторони, там буде сонце на зустрічі. Або нам туди йти, з тої сторони опуститься до води. А там, это тут как бы уже заводь, да, чи что? Ну да, бачу, річка. Типа як стариться, чи що. А. Там сонце буде в очі. Ну, а сейчас я попробую приблизить. Вот, вода стоит, лед. Но мы успешно перезимовали, нам не почувствовали, что на улице минус 10. Чи сколько, я не знаю. Ну, чтобы за ночь вода покрылась льдом, достаточно должно быть холодно, да? Ну, я знаю, тут будет видно, что она может А ты кинь якийсь камінець. А немає камінець. Палку какую-нибудь кинь. Палку? Фу, немає ничего. Это бляха-муха. Но я спускаться не буду. Пішли там, и я спущусь. Там я спускаться буду. Ну, между нами тает лед. Можем кинуть и камеру. А, камеру можем. Она не утонет. Потом на човні спустимся, заберем. В принципе, так, по поводу камеры. Камера отказалась утром снимать видео, да, говорит. На вот, японскую мову сказала. Японской мовою. Мне холодно. Я замерзла. О, здесь как раз стояночка была, смотри, кум. Да. А вот палка какая-то, вот, палки. Да. А, давай покидаем их сюда. О! Ну, реально. Вот, кидай туда. Ой, пробило. Ну, уже, бачишь, растает, рдит. О! Бачишь? Ага. Не упала. Упала, зараз все. Палка на льду. Вот туда треба кидать. Сейчас мы, Кума! Куда мы проехали? Жесть! Звуком таким, да? Ну вот такая вот. Ну, Кума, расскажи в два словах, какой у нас сегодня план? Ну, план дуже простий. Поснідати, зібрати човни, врешті-решт, якщо ми навіть не пройдемося, застрянемо. Пройдемося! Да, то принаймні ми їх намочимо. Да. Ну все, ну, вперед. План пройти 20 кілометрів, а при максимум 33 пройти всі сьогодні. Ну, 33, мені слово подобається. 33 корови да, там. Да. Там. І взяти холодну ночовку без сна, просто біля костра сидіти, співати пісні. Так, да, пісень ми закачали до хренища. Та й все. Ну, ну красота. Вот такого, будьте з нами. Ну такого ще ніколи не було. Ну що, ця стояночка була прихильна до нас. Місцевому домовому. Респект. Да, по старой традиции. Что мы ему сегодня даже не карамельку, а... Ну, Петро Алексеевич будет нами задоволен. Фирма Рошен, спонсор нашей подорожи. Не, мы спонсор фирмы Рошен. Не, у нас этот, знаешь, этот, как его... Как-то передатчик до 100 долларов прячут. А, да-да-да. А, вот цукерку мы заховали. 100 метров от знака Володимирецкого района. Кто вдовж річки. Кто хочет солодкого, приходьте. Да, цукерка вас чекает.
Ну вот со всей этой бедой нам предстоит взлететь. Ну и следующее видео мы включим уже, когда будут надутые човны. Уже будем ломать крыгу. Да. Дорогу! Русская Гарин Митаева. Помашите ручки, товарищи! Мы еще зустрінемось с тобой, кум! А его дожену. Ну растаяло, что ж ты хочешь? Между нами тает лед! И ложатся на курс, но не возвращаются. И сквозь непогоду, и пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти. Возвращаются все, кроме лучших друзей, но... кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все. Какая на Горыне, ребята! Минус 7 градусов сегодня было ночью. Но главное, нет дождя. Возвращаются все. Не могли мы вам показать интересный момент, как мы обносили мост. Это надо было видеть. Строгий солдат с автоматом из Вохры не пустил нас под мостом. Да, и мы потеряли целый час времени. Да, он под... Да. Я, конечно, вернусь. Да. Весь в друзьях. Но мы, так сказать, не вешаем нос. Продолжаем нашу подорож. Я, конечно, спою. Да. Нас они только укрепляют. Я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. На, не видно. Дворы спрашивают, есть ли здесь рыба. И пройдет и полгода. И пройдет. Ну, вот уже и полгода. Следующее включение будет со стоянки. Вася плюс Наташа. Как же он туда залез, интересно? Не видно?
Сергей Евгеньевич пытается найти дрова. Покажешь, кума? Сергей Евгеньевич пытается найти дрова. Не-не, я закрепляю палатку. А. У нас тут дуже мало місця, ми фактично на такому імпровізованому пляжі зупинилися. Пошли покажемо, де ми. Так. Справа від нас, зліва від нас. Малі цепцевичі. Ми справа невеликі. Десь там вдалині великі цепцевичі. Ми знаходимося на річці Ринь. Яринь. Їх лишня. Називали Яринь, Горинь. От. Ну, мороз, кажуть, кріпчає. Якщо подивитися на човен, от, то покритий він льодом. Тут видно. От, от шнурок, да, він тримає форму. Він замерз. От. Так що нічка нас чекає весела, але, чесно кажучи, ми як пристали сюди, то було холодніше. Зараз Сергій Павлович зробив кастрик. Із підручних матеріалів. Так. Ну що, берег всіяний дровами. От. Кажуть, сьогодні буде цей зарепад якийсь там. З Персея буде щось падати, метеори. Але це вранці буде. Так що, не видно. Якщо вранці встанемо, то може це замерзнемо, встанемо, то будемо дивитися з зарепадами. Ну, що, будемо варити кашу? Кашу будемо варити, чай. Скільки ми в темноті проплили? А, так, да, до речі, ми проплили половину цепцевичів в темноті повністю. Ну, от. Сергій Павлович навіть уявляв себе браконьєром, диверсантом. І мост. Так, да, не міст. Ми вияснили, що місцеві жителі сполучаються між собою понтоном. Так. Да. Ні, мост, де нас заставили обходити. А, ти це, да, був інцидент сьогодні. От, ми підплили до якогось моста. Причому міст зв'язує Сарни з Рафалівкою. Але там був чувак, якому не вистачало визнання. Тобто він хотів бути важним, надутим. У нього був автомат. Він, коротше, сказав, обносьтесь, пацани. Мало того, що потім підійшов до нас, не полінувався. І ще прийшов поприкалуватися, каже, що, як його? Зігрілися? Зігрілися, так. Ну, ми любимо людей з гумором, хай йому буде добре. Хай у нього буде свій міст. Це його життя. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, тому я думаю, що... Ну, ми, віж, годину втратили. Годину втратили, але, кум, ти знаєш, ми оце якраз мали сюди прийти. Тобто, ми за світло прийшли, прийшли затемно. Яка різниця? А, ну, в принципі, так. Да. Нормально. Так що... Ну, давайте попозже вийдемо на связь, так сказати. Може, дасть вже пізніше, так. Да. Я в кадрі? Так. Да. Ой, може тебе зняти? Та ладно. Так, ну що у нас сьогодні, які там 16-те число, ранок. Сніг над лагерем. Дуже актуальна пісня. Так, да, розказуйте. Я в долгу перед вами. Розказуйте, як ви вот умудрились костер розжечь? Слухай музику. Костер, як я вже спалив? Так, до речі, бачите, як... Ніч була супер холодна, отак зразу кажу. Минулої ночі було тепліше. Я б мог зняти на відео свої трясущі руки. Давай знімемо човни наші. Давай. Наша палатка. Це не її природній колір. Це не цей. Не знаю, вініл, це що це таке, як називається, так. Ну, хороший матеріал. Він не потріскається на морозі. Не. Знаємо, пишіть. Чого не писали? Будемо чекати, поки сонце це все розтопить. Для зимньої рибалки. Да, але от я думаю, як його скласти і все. Ну, що таке? Сніг кругом, як в пісні співається. Річка, Горинь не замерзла. Не замерзла. Вчора замерзла, сьогодні ні. Так, от кастрик. А, до речі, цікавиться, як розпалити. Ну, спочатку я хотів розпалити за допомогою історії про котиків. Ага, на англійському язикі. Воно розпалювалось. Я взяв газову горілочку. Ага. Вкрив. Огонь, так. Єдине, що мені не подобається, що він отакий якийсь, починає отаким чином. З боку травити. Ні, ні, зменшу, ти що, зарвється балон. Викинемо туди. По, не успієш. Я от закриваю його, да, а газ іде, значить там щось порушилось. Ну нічого страшного, холодно просто. Хто ми живі осталось? Бачите, радше тут газ. Ну. Чекає, да? Тут там видно якісь прокладочки, чи що я під боком не можна його тримати. Ну, може, хто знає, напишіть в коментарях, що ми так не так зробили. От хлопок.
вот тех осталось. Там шипить дальше. Чемодан. А прокладка, наверное, резиновая, это не такая плотная стала, примерзла. И травит, наверное. Что, еще что-нибудь? Да. Ну, слушайте музыку. Музыку, а я скажу вам, товарищи, более страшную историю, чем холод. Вышел сегодня по малой нужде. Вот тут я стоял. И вот так вот прямо напротив меня. Как гекнет что-то в воду, короче. Я вначале подумал, сом, щука. А потом уже, когда лег спать, вспомнил, что кум сказал, что сегодня ночь, когда звезды падают. Я вам даю 100%, это был метеорит. Вода не испарилась, потому что он был маленький, наверное. Вот. Хорошо, что он не упал на наши човны, иначе бы мы... Иначе мы бы к вам не вернулись. Во втором обносе моста я уже не выдержу. Ладно, включимся, когда пожрем. Красотища. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят. Вы в кадре, Сергей Павлович. Доброе утро, товарищи. Мы уже, в принципе, говорили доброе утро. Да. Ну что я скажу, что перезимовали мы отлично. Настроение у нас бодрое, музыка, видите, у нас бодрая. Ковбочка. Да, теперь, как завжди, от компании... Для домового, да. Ну, если какая-то другая компания, ну, захочет стать спонсором наших подорожей... Так. Там... Компания там по продаже коньяков дорогих. Палаток, спальников. Можно будем оставлять домового там что-нибудь такое. Пляшечка коньяку, да? Да, покруче. И тогда точно по нашему маршруту будут ходить. А, пляшка коньяку вас чекает, да? Да, там по тем деревам закопано. 3 км від села Цепцевичі на північ. Хорошая идея, да? Ага. Так, ну, идемте подавать походу. Ну, так выглядала наша стояночка. Тут была палаточка. Таке затишне місце, да. В темноті ми думали, що дров нету. А дрова ми всіємо тут все. Да, дров тут немає. Десь місце тут сеточки ставлять. Да, тут місце таке популярне, бо... Мені здається, це от сом був, а може бути метеорит. Я не знаю, але ночі щось таке... А, упало, да? Воду, да. Однозначно сом. А не, метеорит. Метеорит, да. Раз тут рибалка хороша, значить тут і сами є. Очевидно. Ну все.
Пора по коням. Собак, пора по коням. Ты меня проведешь. Давай, кума. Рядом. Давай, музычку свою. Да. Э, с таким хорошим настроением. Погнали! Сейчас хотел сказать, вот это мы только что прошли Малы Цепцевичи. Так вот, если Кривой Рог самый протяженный город в Украине, может даже в мире по протяженности, то Малы Цепцевичи самое протяженное село. Ну, будем рахувати, Цепцевичи. Мы долго вдоль них шли, со вчерашнего дня мы вдоль них идем. Вот. Какая-то на горынь. Спокинесенька. То есть там что-то ловить. Не, кум-то не ловит, то просто чайка зелена. Курс вест. Главное не заснуть. Да. То проснемся в Белоруссии, а там дядька с ружьем и говорит нам: обносите, обносите. Зачекайте, зачекайте. Так, ось мы, човни, Гориня, ось міст. Ми дійшли до села Ремчиці. Ну все, ми це зробили. Дві холодні ночівлі зробили. Ком, подай флягу. А? Флягу. А, да. Давай, платочок маленький, символический. Ні, не эту. Железную. Я спеціально думав, от, допливем. Ага. І можна глоточок зробити. Ну давайте, за успішне прибуття к місту стоянки. Пункт призначення не буду казати. Давай. Якраз розчитай. Давай, закривай. Она уже не нужна. Ну драйв, драйв, конечно, классный. Невзирая на то, что было холодно. Холодно было. И в дорозе было холодно сегодня. Морозно. Лед возле берега. Да, все равно драйв, ребята. Так что, кому интересно, подписывайтесь на наш канал. Мы расскажем. Так, вот так. Да, расскажем особенности подготовки к сплаву. Ведрывайте свои задницы. Да. От теплых кресел. Да, и приеднуйтесь. Пиратскому клубу. Все, всем пока. Счастливо.